дорогие, на термальные источники. Сейчас посмотрим, что это за устройства, на которых я еще никогда не ездил. В общем, сейчас мы прокатимся, посмотрим, каково это и насколько быстро эта штука едет. 1000 кубиков, такой автомобильчик, достаточно мощный, механика. Автоматы уже все разобрали, да, нам, собственно, и не нужны легкие пути, поэтому сейчас прокатимся, оцените салончик. Видите, как комфортно все. Так что сейчас будем жечь. У! Перед тем, как отправиться в катание, надо пройти небольшой инструктаж. Hello! Больше 15 минут провести там вообще невозможно, то есть это нереально сделать. Очень круто, такой заряд сил, бодрости. Жалко, что очень мелко, очень много людей сюда приезжают, но все же впечатление колоссальное, не зря мы ехали. Итак, друзья, до новых встреч, всем пока, мы продолжаем путешествовать по острову.